Здравствуйте, меня зовут Фуад Надирли, я из города Баку. Недавно я проходил занятия по тренировке голоса и речи с Константином Орищенко и хотел бы оставить отзыв о проделанной работе. По ряду причин в последние несколько лет моей жизни мой круг общения сузился до нескольких друзей и членов моей семьи. А с внешним миром контакт был минимальным. Когда же я начал расширять свой круг общения, то обнаружилось, что у меня появились новые проблемы с голосом и речью, а старые проблемы усугубились. Я стал еще более стеснительным, чем раньше. Я очень волновался при общении с незнакомыми людьми. Мой голос стал тихим, высоким, речь стала торопливой и невнятной. Я решил, что нужно избавиться от этих проблем и обратился за решением в интернет. Так я нашел контакты Константина, я обратился к нему по скайпу, объяснил свою ситуацию и озвучил результаты, которых хотел бы достичь приблизительно следующим образом. Хочу, чтобы мой голос стал ниже, а тембр более привлекательным. Константин меня выслушал, и мы начали работу над устранением моих проблем. В начале занятий я думал, что наша работа будет посвящена упражнениям физиологического характера, вроде дыхания с помощью диафрагмы. Однако уже через несколько минут нашего первого занятия Константин удивил меня тем, что он мог работать не только с физиологией голоса, но он, оказывается, еще и прекрасный психолог. И он сразу почувствовал, что мои проблемы коренятся не в физиологической сфере, а вот в эмоциональной. Мне не хватало уверенности в себе, и это и являлось главной проблемой, которая мешала мне в общении. Мы договорились посвящать большую часть работы эмоциям. Я хочу отметить два основных момента, которые, на мой взгляд, являются самыми главными в работе Константина. Первый момент, который меня поразил, это огромный арсенал упражнений и техник, которые есть у Константина. Но самое главное, что он каждый раз подбирал именно те инструменты, которые подходили мне, и адаптировал их под мои конкретные нужды. После каждого занятия Константин давал мне несколько упражнений, которые помогали превращать мои недостатки в достоинства. А второй момент, который, наверное, для меня был самым важным, это то, насколько тонко и точно Константин чувствовал, когда меня нужно немного притормозить, чтобы достигаемый успех был более устойчивым. И вот в таком поэтапном, неторопливом темпе мы проработали 2,5 месяца. Я могу сказать, что результаты превзошли мои ожидания. Я действительно получил такой голос, который хотел, но вдобавок у меня теперь есть и уверенность в себе, и неторопливость, и осознанность. И все это я могу применять как в общении, так и в других сферах своей жизни. Общение стало гораздо более приятным, неприятного общения, стеснений стало гораздо меньше. И несмотря на то, что наши занятия уже подошли к концу, я до сих пор совершенствую свои результаты и чувствую, что мой прогресс продолжается. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что время и средства, потраченные на работу с Константином, являются одним из лучших вложений в моей жизни.